Приветствую! Сегодня я хотел в этот улей ставить надставку, но вот надставку такую с решеткой разделительной на 230-ю рамку. Но я полез, а тут у нас катастрофа была. Здесь у нас налепили гнездо со стороны пчелы. Не на сотах, а на потолочных. Короче, я снимал видео здесь. Ссылку на него я выложу снизу под этим видео, что сейчас снимаю. А сейчас мы будем снимать отбор меда. Так как надставка это не пригодилась, что я подготовил на тот улей, я решил забрать вот здесь мед. И потом сюда поставлю ее наверх вторым этажом. Уже пускай тогда пчелы и работают до осени. Я только что заглядывал сюда. Здесь уже мед печатанный. Вот на этих вот рамках под этими потолочными от краю. Раз, два, три, четвертый, пятый я поднимал. Уже мед печатанный. Эта семейка у нас была с весны слабоватая. Но все-таки они поработали уже неплохо. Так. Я думал, у них две надставки стоит, а я еще одну кинул всего и все. Так что надо срочно забрать печатанный мед, то что у них работы мало. Ну, думаю, не мало, потому что тут было где-то рамок 6-7. Я им закинул полностью полное гнездо на 16 рамок тогда и надставку. Работы у них хватало, потому они и не зароились до сих пор. Но уже работы у них нету. Уже мед сверху печатан, снизу, думаю, там полное гнездо пчел и расплода. То надо им эту надставочку сегодня отобрать, откатать, сбрызнуть водой, поставить обратно. И сверху тую, что только что снимал, я на 230-ю рамку поставлю. Ну, там через перегородку, если матка и пойдет нижнюю надставку, то наверх уже она не пойдет, яйца по-любому класть через решетку. Конечно, то готовилось не для этих пчел, но скорее всего, что я им поставлю. А может, не буду спешить, если все нормально облетится матка бахвас наша, что подсаживал я, то может туда поставлю. Короче, посмотрим. Ну, скорее всего, что сюда. Вот пауки водятся в ульях, покажу сейчас, какие. Пауки плетут паутину возле летка и сильно пчел загрызают. Вот такие вот паучки сейчас вот. Он маленький, блескучий, как клещ надутый такой. Они плетут прочную паутину на летках, по углах. И на летку самом, и ловят пчел. Пчелы даже их ищут в этой паутине, летают охранницы. Вредные пауки, так что если видите их на ульях, давите, не давайте размножаться им. То, что пчел много ловят все-таки. Развелось разные ерунды на этих пчел. Пауков, шершней, ос, болезни разные. Паука убрали, будем заниматься медом. Так, кастрюльку я занес, а здесь у нас налепленный этот сос с медом. Наверное, обрежу аккуратно на рамки наверх. Магазин полностью печатанный здесь. Можно было забирать, когда у бахваста отбирал мед уже, наверное, и тогда был печатан. Ничего. Все, что есть, все к лучшему. Если так получилось, значит так надо. Да? Рамки стараемся не поднимать, а сдвигать в сторону,
к передней стенке или к задней, разницы нет. Потому что к низу прилепливается к основным гнездовым. И бывает, что гнездовые поднимаются вместе. Так что для начинающих, кто не сталкивался с этим, не сталкивался, сдвигаем сначала их к переду. 100% они срываются. Если не сразу, то потихоньку двигаем, по-любому сорвется. Или же срываем основные, где срывается, а потом, что не срывается, вот крайне двигается с нижней, то на излом ее или снизу стамеску подсохнуть можно. Полностью печатанные рамочки, полурамки это. Снизу даже меда налепили. Придется чесать за кастрюлей. За кастрюлей с ножом. То, что снизу много налеплено, то будем мазаться, неохота медом кругом размазывать. Только что разбирали семью, что на потолочных приклеилась. Ой, кастрюля под рукой была, но я снес дом. Конечно, конкретно поприклеивали все.
забрала 8 полурамок. Осталось еще 7. Там в улье у нас творится, ой-ой-ой. Надо еще срезать. Будет. На улице жарко сегодня, так что надо быстрее еще. О, что тут у нас наклеено. Это трутня наложили. Все это дело надо будет скрутить и зарезать ножом кастрюлю, где с медом. Трутня аккуратно отдельно в сторонке положу. Снимаем дальше. Много, долго задержится не будем. Когда все снимем, я проверю, как становится та надставка с сеткой наверх, на эту сразу. И потом поставлю ее в улей на время, то что откатывать будет, да все. Потом ее тут снимем на 230, поставим на стол сюда. А эту и поставим на низ большую, на 15 полурамок. И тую на 230, на 10 рамок поставим наверх. И на этом, покуда эта семья не зароится, будет можно отдыхать. Особо за ей не думать. Пчел тут, свесно, я напомню, немного было. Всего лишь, наверное, рамок 7-6 даже. Как видите, улей полнющий сейчас пчелы меда. Они такие работящие, хорошие пчелы. Даже не помню, в том году роились или может даже и не роились. Что за порода, не знаю, они полностью серые. Эта семья, у меня раньше здесь матку я придавил по осени потолочную. И так как матки не было, я бросил сотроившейся семьи сюда уже зиму, которая была без матки, бросил мне плотку с роя с другой семьи, и она прижилась, и это вот уже года, наверное, 4, она сидит, или даже 5. Ну, матки, конечно, менялись, но все-таки с той матки, с темной, с серой, линия нормальная. Их, наверное, вот я и не буду менять на бакфаста, пускай живут. Их еще желтых оставлю, пару семей для раев, а остальное все бакфаста перейдем, чтобы не раили. О, дальше не приклеенная, но трутень лежит все равно. Трутня немного. Трутня наложила матка. Это уже успели за день свежего нектара по низу наложить, где трутень. Ну так как это нектара здесь 0,01%, подумай, не помешаю вам при откатке. Рамки полностью печатаны. Это только где вокруг трутня снизу не печатано. Влезай. Этот мед я повытрушиваю, что вытрушивается снизу. И расплод. Все, дальше делаем быстро, потому что уже жара, так не знаю. Долго их держать неохота открытыми уже. О. Это пчелка. Так, все. Подмираем надставочку нашу.
становится хорошо. Здесь все закрыто получается. Сейчас нижнюю снимаем, чистим рамки, все закрываем. Надставку эту ставим, все закрываем. Потом откатаем мед, бросим на низ надставку с полурамками, наверх ее и так закроем, будет работать все. Делаем все быстро. Так. Надставочки срывать просто. Вставляем между стенкой, если толстая, его сюда, между стенкой и надставкой потолочный. И хлопа. И все. Даже полный так легко срывать. Надставка сорвана. Очистка. Ой, тут не упустил дымар на пчел. Спешу. Очистка рамок от сота налепленного. Загоняем пчел. Где струтнем вот по центру, я их сброшу аккуратно в уголочек, чтобы убрать струтня потом. Остальной мед пожуем что-то. Чтобы не резать пчел, постоянно курить будем. О. Раньше у нас был дед знакомый, пчеловод с Турова. Это белорусский город Гомельской области, Житкевского района. То он постоянно, когда смотрел пчел, сигареты в зубах с самокруткой смотрел. И сигареты только покуривал их потихоньку. Не надо, и дымара ему было. Дед хороший был, но уже помер. Загоняем всех лишних мух. Срезаем их настройки все. Конечно, конкретно налепили. Ну, пчелы, они есть пчелы. Не лепили бы, так меда бы не было. Эй, трутня я срезаю на низ, сбрасываю. Лишнее вообще. Здесь-то не выйдет.
там мы сложим сторонки, струтнем, чтобы убрать было можно. Некоторые струтнями жуют, они типа полезные. Я как-то брезгую. Трутня жевать. Это дело с стамеской не сделаешь аккуратно, чтобы обрезать. Надо ножик острый брать. А можно срезать такой, сделать нож срез специальный и срезать. Вроде как вот кору раньше снимали вручную с дровом. Струх назывался. О, струх сделать таки и срезать соты лишние. Сегодня, конечно, я не ожидал, что столько работы тут будет. Думал, все быстренько заберем, поставим все, что в одной, что в другой поставим, пойдем. Ну, получилось. О, застряла пчела. Меду. Все. Все, что можно, спилили. Поставим им надставочку сейчас для работы большую ту. А потом уже, когда откатаем, снимем ее и поставим на низ. Полурамочную нашу, наверх на 230-ю рамку, обратно еще. Все, ставим надставку. Так, стало вроде. Позакрываем все. Распределим. Если вы не ели лука хрена или этого редиски, то можно не дымором пчел сгонять, а сдувать лишних, что бегают вот. Все, прикрыли эту сторону. Сейчас другую прикрыем. Вторую прикрыли почти. Все, вторую прикрыли. Сейчас распределим вверх и закроем вверх и все. Ну не все, конечно. Это только начало. О. Пошел, чихнул. Нужно будет, если нам сегодня вернуться сюда, подставить под эту надставку, что сейчас ставим, поставить под низ. С полурамками ее наверх поднять. Ну она пустая. Одному. Легко справиться, так что это еще дело сделаем, думаю, быстро, если не приклеит за день, конечно. Тучки набежали. Ч
хорошо, а и решил сейчас поставить эту надставочку. Думаю, если тучки набегут и не дадут нам залезть сегодня в улей, то пчелы будут стирать и мед, и работы им не будет. А так вот я им работу сейчас поставлю, они будут работать, я буду не спеша откатывать мед. Потом все поделаю, позбрызгиваю соты и поставим назад их и все. Отломалась планка. Не на рамке, а на надставке сломанной. Так, все. Будем закрывать сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Уже как я буду закрывать, снимать не буду. То, что надо еще пообрезать мед там на потолочке, нахуй. Пообрезать мед этот сотами в кастрюлю все. И вот наше это закроется. Потом откатаем надставочки наши здесь, 15 полурамок, хороших, плотных, печатанных таких. О, со зрелым медом полностью. Откатаем все это. Вот кастрюля у нас вышла и обрезки отсюда, из того улья, что предыдущий я смотрел, где к потолочинам прилепили они гнездо вместо сот. Не пошли на рамки, а пошли на потолочины. Это буду видео вылаживать после того, так что ссылочки я покидаю, и там, кому интересно, посмотрите, ссылки в описании будут. Ну, долго уже говорить не буду. Короче, так, откатываем тот мед, пакуем, и потом пустые полурамки в ту надставку вот большую, что стоит, пакуем их туда, и потом поднимаем эту, ту на низ, и все закрываем, будут работать. Я то думаю, что они последние дни 5 так слабо работают, их уже места нету просто. Они все заносили, как вы видите, полностью все заносили, запечатали. Нету им работы. На этом будем заканчивать. Всем удачи, удачного сезона. До свидания.